Добрый вечер всем, дорогие друзья, в эфире студия Maincast, Юшин у микрофона и матч Forza против Formal. Не знаю, что это за команда, тут есть игроки из Германии, есть Трики, который играл вместе с Сиздом в Триден. Ну и что, у нас пистолетка начинается на карте Overpass, наверное, это выбор команды Formal, микса Formal, я не знаю. В общем, что это? Поговаривают, что они так же, как и NASA. В общем, нечисты. Но так или иначе, посмотрим, как все будет на самом деле. Пока что два безответных минуса для Force. Напишите, пожалуйста, в чат, нужно ли игру сделать громче, тише. Может быть, меня тише или громче. Благодарен. Тем временем Power вместе с Кроуни выходит на плент. Тут спокойно забирает два минуса. В спине, правда, оказывается, что фей. Делает даблкил. И пульс G последний. Против Шалфей с ним разбирается абсолютно без проблем. 1-0 за Форза. Так, в чате пишут голос погромче. Можно чуть-чуть. Я его сделал чуть-чуть погромче. Что у нас в целом в этом турнире по командам? Один слот на ESL Melbourne. Это в Австралии. Который будет проходить... Когда будет проходить ESL Melbourne? Я не знаю. Наверное, осенью. По-моему, да. Вот у нас в верхней части сетки играют Force Formal. Победитель этой пары встретится с победителем матча Sprout против Rare 8. Там должен быть интересный матч. Вот. Ну и что будет дальше? В общем, доживем. Надо выиграть раз, два, три, четыре матча. Для того, чтобы выйти на турнир. Если через верхнюю сетку. Если через нижнюю. Раз, два, три, четыре, пять матчей. Поэтому легко тут никому не будет. Команды довольно сильные. У нас есть среди участников Sprout. Команда, которая себя прикольно показывает в последнее время. Не то чтобы хорошо, но вот прикольно, мне кажется, это то слово, которое подходит. У нас тут на форсе. Нет, это не форс, это 2К. Форма находит минус. Я не думаю, что это им как-то поможет. Среди еще сильных команд... Rare 8, там китайцы, которые, в принципе, ну так, ни рыба, ни мясо, что-то, что могут показать, но я не уверен, что они смогут пройти эту квалификацию. Французы Heat, казахи К23 и Entropic. Это, как по мне, вот главные фавориты. И кто из них самый сильный окажется, ну вот, я не знаю. Увидим. Это новый турик или что? Нет, это квалификации на турик, который не новый. Если вы помните, раньше были турниры DreamHack Open, то сейчас их переименовали в ESL Challenger. И этот ESL Challenger в Мельбурне будет. И когда же? Оп-оп-оп. Это будет... Так, не понял. Да, он начинается 2 сентября. Все, разобрался. Это пока что квалификация. Так что давайте смотреть первый бай от Formal. Я так посмотрел по статистике National TV. Все у них по статистике слабые, кроме человека с ником Pulse G, у которого средний КД за последние 3 месяца 1.27. Поэтому за ним будет интересно понаблюдать, сколько команд проходит. Одна со всей этой закрытой квалификации, всего лишь одна команда. Вот, там еще 4 инвайта будет и еще 3 американской квалы, с азиатской квалы. И, по-моему, с южноамериканской квалы. Как-то так. А это что за матч? Ну так это и есть первый матч европейской квалификации. Форза сегодня 3 игры, походу. Нет, я не думаю, что у них сегодня 3 игры, потому что сегодня, в принципе, не может. Хотя... Не знаю.
Мне кажется, две. Так, ну у нас ситуация на Б-пленте. Бомба установлена, гранату атаки не осталось. Джерри врывается под флешечку, проверяет шорт, никого тут не видит. У защиты есть дефуз-киты, но нет гранат, поэтому придется зачистить здесь всех до конца. Пауэр! Показывает Зорда, минус Кенси, и вот так вот просто изи закрывают парни этот раунд. Денег не остается немного у Форз, но придется закупаться. Тут уже ничего не попишешь. Про карты мы еще не поговорили, кстати. У нас Overpass — это выбор Formel, Dust 2 выбор Forza и Mirage на Decider, если он пригодится. Как-то так. Заметили, ну его тут, наверное, сложно было заметить. Падает Кенси. Если Forza выиграют этот матч, то придется выбирать между финалом ESEA Advanced и Квалой. Интересная информация. Весьма интересная. Я сейчас посмотрю. Да-да-да, сегодня в 21:30 у Forza матч против Blue Jays. Действительно, финал ESEA Advanced. А что же выбрать в таком случае? Победитель ESEA Advanced получает слот на ESL Challenger League сезон 42. А это что за турнир? Ну, короче, не, на самом деле, мне кажется, Forza все-таки выберут финал, потому что, ну, тут они, получается, получат техлус, упадут в нижнюю сетку и дальше смогут продолжать борьбу. А если они просто откажутся в финале, то, ну, тогда для чего Forza играли всю серию ESEA 20? Хотя, на самом деле, слушайте, организатор-то один и тот же, возможно, этот матч просто перенесут. Все. Типа ESL Challenger — это турнир от ESL, и ESEA Advanced — это, ну, так или иначе, турнир от ESL. Ну что, Форзы тут выиграли 1, 2, 3, 4, 5 матчей уже в этой лиге. Причем, ну, нелегко. Сегодня у них Best of 5 финал против Blue Jays. Но это будет серьезно, на самом деле. Соперник у Forza даже в этом матче тоже довольно, ну, не знаю, странный, подозрительный. Я думаю, многие из вас видели клипы, где Overdrive смотрит демо команды NASA. И обвиняет в читерстве. Я не знаю, в радаре, может быть, в вулхаке. Ну, про команду Formel тоже такое говорят. Так что не знаю, не знаю. Ну, как бы я никого не обвиняю. Я просто комментатор. Я просто комментирую матч. Моя работа заключается в этом. Ну, у Forza действительно проблемы против Formel. При том, что, ну, Forza, по-моему, неплохо играли Overpass на протяжении всей своей карьеры.
Оверпас у них 50% винрейт, но при этом, камон, они здесь выигрывали Sinners со счетом 16-7, Skate со счетом 16-4, играли с маузами на допах. Ну, то есть, мне кажется, уж кого-кого, команду Formal, которая какое место в рейтинге HLTV? Прошу прощения, если оно вообще есть. Нету места в рейтинге. Успели их к кому-либо занести. Ну, при том, что из таких более-менее известных игроков для нас здесь может быть только Трики, который играл с бывшим капитаном Нави в одной команде, с Сиздом. За команду Trident Club. Остальные это, ну, прям супер ноунеймы. Там только, по-моему, сейчас скажу, как человека зовут. Одну секунду. Пульс G. Играл когда-то давным-давно, в 2017 году, за команду Planet Key Dynamics. Это, ну, типа, плюс-минус известная команда была. Ну, как сейчас, наверное, Sprout по известности, да? И все. После этого в 2020 году он вступил в команду Touch the Crown. Команда, которая выигрывала турниры там уровня, ну, типа, ну, тир-3 турниры. И то не постоянно. Ну, короче, не знаю, не знаю. Кстати, интересно, за вот эту команду Touch the Crown, за которую играл Pulse G, который сейчас играет за Formal, играл Mad Hand, который сейчас тренирует Heat. Окей. Как думаешь, кто выиграет в параллельном матче? К23 или Heat? Я думаю, Heat. Думаю, Heat. Мне кажется, они должны. Force Blue Jays я не буду комментировать. Будет это делать кто-то другой. Если вообще этот матч состоится. Потому что могут либо перенести, либо ТПшку кому-то выдать. Что-то типа такого. У нас тем временем Зорта выводит свою команду в преимущество в 7-м раунде. Ну, такой медленный стиль игры у Формулы, обратите внимание. Да, минус Брэнс, его нашили еще неплохо. Там через лонг выходит Крауни. Ой-ой-ой. Падает. Эй, последний пусть джим. Это 4-3. Форз выходит вперед. Форзам надо хотя бы 10 в защите взять. О, слушайте, ну 10 это много. 10 это много. Ну, понимаете, нужно понимать, что Formal это микс, это не команда. То есть, у них нет каких-либо наработок сейчас в атаке, у них нет каких-либо наработок, тем более в защите. Да микс там каждый раунд может колить. Абсолютно рандомный игрок. Пытаться стреливать, выигрывать. Ну, то есть, это получается периодически. Ну, Forza это команда, которая состав не меняла уже довольно долго. Поэтому, ну, мне кажется, просто с командной точки зрения они должны выигрывать.
Опа, Шалфей подставился. Не самый приятный момент для него, конечно. Там еще и Пауэр прострелом через дым в голову убивает Норви. Окей, это было любопытно. А что про формулу пишут в Твиттере? Мне просто интересно. Так, Брэнс минус Джеки. Такая ситуация у нас уже похожая была. 3-3, и с ней побеждали Формал. И судя по всему, сейчас тоже они победят. Поэтому, окей, Кенси 1-2. Дым лежит, он не может ничего здесь абсолютно предпринять, и придется отойти. У этих команд уже были вак-моменты, то не понимаю, что их так обвиняют. Ну, я не видел этих вак-моментов, как, например, было у НАСА, но слышал. В комментариях на Шелтиви под этим матчем писали, что они тоже читеры. Но это опять-таки такие же люди, как мы с вами это писали. Это мог написать какой-то вообще там просто школьник, который проиграл свои 20 баксов на каком-либо из матчей. Так, насколько тяжело комментатору произносить ники? Вот был бы тяжелый ник, который тяжело прочитать, как бы ты выкрутился? Я бы... Да не знаю, да не было таких ников, по-моему, просто за 2 года карьеры. Ну, если попадались, то можно называть по имени, можно называть игрок атаки. Можно выкручиваться на самом деле. Главное придумать как. Трики под флешку выходит на мидл. Кенси. Ну, Трики слышит, что Кенси отходит, и понимает при этом, что он может идти дальше. Ну, Кенси обманывает Трики. Все четко. На 4, 30 секунд до конца раунда. Что собирается делать Форма? Могут ли Форс 2-0 забрать? Сталка как смазана, да? Не, ну могут, наверное. Не то, чтобы сейчас сделаю прогноз. Ну, могут. Даже, более того, не должны здесь забирать 2-0. Я не понимаю, как Микс, которому там, ну, сколько, неделя, да, может проиграть, вернее, может выиграть Форс. При том, что это не Микс из каких-то там суперзвезд, там, это не Микс из бывших игроков Mad Lions, это не Микс, который играет регулярно на просцене, это игроки, которые на просцене появляются, ну, не знаю, раз в год, и вот он, как бы, да, этот раз. Поэтому сложно, на самом деле, что-то говорить. Объективно, формулы здесь должны проигрывать.
Мне интересно, что в параллельном матче, там, где играют легендарные НАСА. Ну, там 8-3 в пользу энтропик, как бы, на Дасте. НАСА решили пикнуть Даст против энтропик. Боже, какие лапочки. Просто. Конечно, можно посмотреть на винрейт энтропик, увидишь, что там 42%, но, как бы, камон, это энтропик, это, как бы, это Даст 2. Кто вообще не умеет играть Даст 2 в России? Как бы, ну... Это точно голос Юши? Что у меня с голосом? Не, это точно это Тоха. Это я. Ну, у нас на самом деле не 8-3, но 7-4. Ситуация чуть-чуть хуже. Кто пикнул овер? Овер пикнули немцы, формул. Фей. Но он тут один раз уже умирал. И он умер здесь еще раз. Ну, что ж. Стабильность? Или как это называют? Джерри убивает двоих. Гарантируют своей команде раунд. Не иначе. Трики последние против четверых. Так, то ли шипеля ведь меньше стал, то ли микрофон другой или настройка. То ли ты меня, возможно, с кем-то путаешь, потому что я вообще не шипеляю. Ну, был момент, когда комментировал с тонзиллитом или с температурой, и, возможно, тогда у меня были проблемы с голосом ощутимые. Но... Вроде как в основном все было нормально. С шокером попутал. Ну вот. У нас тем временем 8-4. Я напоминаю, что начало было в какой-то момент даже в пользу формул. И все выглядело так, как будто они сейчас ух, как соберутся и... Тех варзов. Ну, в принципе, с теками, возможно, они все-таки это и сделают. Потому что Зорт остается единственный на пленте. Ему нужно валить отсюда. Вроде как занимает безопасную позицию. 4 в 4. Девайс нашел где-то кровь. У него 100 хп. Он может тут сыграть. Брэнс пытается просочиться. Именно это он и делает. Четко. Класс. Тем не менее, бомба пытается выходить под Б. Норви делает важнейший минус. Все. Брэнс тут. У него хоть и минута есть на таймере. Но... Да, он на нее просто не дойдет. 9-4. Бро, расскажи побольше про работу комментатор и про то, какими навыками нужно владеть. Извиняюсь за личные вопросы, просто интересно. Ну, смотри. Надо четко разговаривать. Я не говорю, чтобы там у тебя не было никаких... Как это называется? Побочных. Ну, не расстройств речи. Но чтобы не было картавости, шепелявости. То есть это, в принципе, можно использовать как фишку. То есть в этом проблем нет. Надо просто уметь четко формулировать свою мысль. Формулировать ее быстро. Я бы, наверное, даже сказал владеть... Да, дефекты речи. Спасибо большое, Назар. Владеть, наверное, на самом базовом уровне несколькими языками. То есть обязательно английский. Обязательно тот язык, на котором ты комментируешь. Обязательно какой-то романский язык. Португальский, испанский или итальянский. Обязательно французский. Да, Лорен картавит, и у него
его приятно слушать. Для чего? Я не говорю уметь разговаривать на этих языках. Уметь читать, и это будет идеально. Потому что очень часто встречаются команды французские, бразильские, которые подписывают свои ники на своем языке, там, на португальском или на французском. И нужно уметь их правильно читать или понимать, что они означают. Это просто такая маленькая фишечка. У нас 3-3 ситуация по тем временем. Выход на Б и абсолютно провальный для формы. Ну, если только Кравни сейчас не возьмет 1-3. Смотрит в сторону шорта, понимает, что второй на девятке. Опа, забайте узорта, но в фокусе. 10-4, хорошая половина от фарзов. Так, у тебя есть 10-й левел фейст? Нет, у меня нету 10-го левела, к сожалению. Как бы мне все говорят, что это странно, что у меня его нет, но я просто очень редко играю фейсет, поэтому у меня Элла почти всегда стоит на месте. Что, последний раунд первой половины. Гранат, как мы видим, совсем мало у формул. Ни одного смока. Ну, они двумя смоками подпушили молики на мид. Я сейчас посмотрел просто на радар, и это... Чё? Это прям, ну, супер неграмотное использование гранат. Три в пять. Пауэр. Пауэр пальца. Кенси оставляет трики красным. Но информация по двоим уже есть. При том, что 40 секунд до конца раунда. И бомба лежит где-то там в бункере вообще. Ну, типа. Очень странный тильт-раунд какой-то играет формул. Выходят на Б, но там автоматически стяжка. Норви делает один минус. Шалфей просто идет убивать. У нас 11-4. Я не думаю, что будет большая пауза между половинами. Пока она все-таки есть. Ребят, скажу вам, что у нас снова появился мерч на мейнкасте. Вы можете перейти по ссылке в описании трансляции, заказать себе ну, такую футболку с патроном, например, или с гербом Украины. И 50% от прибыли пойдет на поддержку вооруженных сил Украины. Всем спасибо за внимание. Ну, а у нас серф. Кто-то умеет серфить вообще, парни? Я лично нет. Меня это никогда не интересовало. И не знаю. На это прикольно смотреть, но заходить играть в КС, чтобы играть в серф, это очень интересно. Следующий матч какой будешь комментировать? Следующий матч буду комментировать, наверное, пару винеров этого матча и параллельного. В параллельном играют Спраут против... Нет, сейчас я скажу, кого буду комментировать. Зачем я закрыл Ликвипедию, где у меня была открыта квалификация. Там играют Спраут, Рэйр, Эйтон. Я буду комментировать победителя того матча и вот этого, который идет сейчас. Знаете, под такой видеоряд не хватает
как в ТикТоке вот этого картинки, и что какой-то чел зачитывал историю с Reddit, какую-то очень кринжовую. Так, у нас 3 минутки. Перерывчик. Давайте немножко отдохнем и вернемся. Так, что-то слишком быстро закончилась эта пауза. У нас уже началась пистолетка, форзы в большинстве. Но это не удивительно. Спрашиваю в чате, есть ли какие-то пруфы того, что The Formal играют какие-то нечистые парни. Так вот, мне только что попался клип в Твиттере. Давайте я вам его скину в чат. Вы посмотрите и напишите свое мнение. Типа, это было просто везение или это реально что-то незаконное. Вот я скинул. У нас пока что 12-4, и я так понимаю, Формул будут играть до конца. Норви, минус пауэр. Тут пульжи прячется. Нормально. Окей, есть минус, правда. Падает от Кенси. 2 в 4 остается. Брэнс и Трики. Скинь еще раз. Вот я скинул в чат. Плохой хэдшотик. Тут еще второго можно убить. Там Кенси, в принципе, красный. Дефолт. Окей, я просто... Я ж ничего не говорю. Я вот как раз-таки спрашиваю. Дефолт это... Потому что мне просто... Сложно понять. Так, что у нас случилось? О, здравствуйте, парни. Как ваши дела? А что происходит? Ну, кто-то пишет дефолт, кто-то пишет не дефолт. Но на самом деле там позиция у игрока в библиотеке была максимально не дефолт. Он сидел на кресле и смотрел в пиксель. Да-да-да-да-да, тип стоял на диване. А там, получается, через стену пульс G навелся. Вышел, поставил. Но если я сейчас еще что-нибудь найду, я еще тоже вам скину. Я пока что листаю. Параллельно ленту. Твиттера в поисках еще каких-то интересных моментов. У нас все-таки 2 кабай делают немцы. Ну и
как бы удачи. Весь контент на немецком по поводу команды формы, это немножко неудобно. Как думаешь, кто заберет этот турик? Ну, конкретно эту квалификацию, на самом деле, очень сложно сказать, потому что тут много сильных команд. Но я рискну и скажу, мне кажется, французы из Хит. Просит еще раз клип, я скидываю в последний раз. Так, Брэнс начинает бай раунд с минуса по Зорте. Тут 5 в 0 просто закрывают форму. Форс как-то могут попасть на ESL Pro Лигу 16 сезон. ESL Pro Лигу. Ну, я сейчас посмотрю список команд участников 16 сезона ESL Pro Лиги. В теории, да, там есть еще 3 свободных слота. И я так понимаю, попадают команды, у которых самый высокий рейтинг в рейтинге ESL. Короче, какие-то шансы есть, но нужно вылазить как можно выше в этом рейтинге ESL. Тогда все получится. Тут опять разрыв от защиты идет, просто молниеносный. Шалфей последний, играл роль закрывающего спину. В итоге сейчас его самого тут закроют. Если он, конечно, не набьет двадцатку в этом раунде, не выиграет сумасшедший клатч 1 в 3. Так, не скучно ли одному комментировать? Да я же и... Не комментирую это особо, я больше с вами общаюсь. Если б я тут был с напарником, то мы бы вдвоем сидели и комментировали. Прям вот максимально жестко. Тут ну, матч просто такой, знаете, который сложно комментировать. Потому что, ну кто такие формал? Почему они выигрывают раунды? Типа, как они здесь вообще оказались? Ну... Такое, но... Шалфей тут так или иначе 1 в 2. Он понимает, что один может быть на шорте. Проверяет бочки. Шалфей идет дальше. Оп. Заходит в дымку. Ну, падает ситуация 1 в 1. Юшин, как ты относишься к Валоранту? Абсолютно индифферентно. В полной мере. Ну, он мне никогда не нравился. Мне кажется... В плане онлайн-шутеров. Counter-Strike невозможно переплюнуть.
Как думаешь, кто Кёльн выиграет? Либо Нави, либо Фейз. Мне кажется, финал будет Нави Фейз, и там уже сложно будет угадать, кто все-таки победит. Заметь, ПЖ Инферно. А как тут может быть Инферно, если его нет в Мапуле? Там дальше Мираж, а после Миража... После Миража Инферно прав. Не-не-не, дальше Даст 2. Вот, второй карты Даст 2, после Даста Мираж. Поэтому тут не может быть Инферно. Как ты относишься к стендов 2? Это... это ужас. Зорта 1 в 3. Нет бомбы. Нет армора, есть авик и смерть. В принципе, все, что было необходимо для того, чтобы закончить этот раунд. Так, вопросов у вас много, конечно, парни. Реально много. Давайте... не знаю, возможно, выйдем чуть-чуть раньше перед эфиром. Пообщаемся перед следующей картой. Потому что, ну, как-то немножко некрасиво, да? Общаться с чатом во время официального матча. Пообщаемся, у нас пока что форзы закупаются. 5 калашей, но гранат не то чтобы много. Трики находит минус по шалфею. Так, это что, 16-14 сейчас будет для формул? Серьезно? Ну, конечно, я еще очень рано об этом говорю, но... если дальше все так будет продолжаться. Тут Брэнс услышал Джерри. Увидел Зорта. Или не увидел Брэнс, я не знаю. Тикток залипал в этот момент. Или как? Трики падает. 3 на 3 ситуация. Крав не идет убивать. Убивает никого Джерри. Ну слушай, это просто герой этого раунда. Падает Пауэр. Пульс G. Легенда немецкого киберспорта. Один против троих. Смотрите, так он выиграет этот клатч. Думаете, почему я его легендой назвал? Он уже знает, где Джерри. И где Зорта. Патроны. Боже, что это? Что это такое? Нет, это очень весело. Что? Трики, чё за чел вообще? Почему вы его взяли? У него КД 0.79. Это... он играл за Trident Clan вместе с Сиздом. Это все, что я про него знаю. Юшин, какая была твоя первая карта в CSGO? По-моему, десятка червовая, если не ошибаюсь. Будет переигровка раунда? Нет, переигровка раунда точно не будет, потому что техническая пауза взялась после. Раунда уже. Юшин, как думаешь, кто на КС-сцене самый переоцененный игрок-тренер? Игрок последние два года
Наверное, девайс, потому что он пропал, и все очень сильно хайпят его возвращение, очень сильно его ждут, но прикол в том, что ну, он вернется, но у него не было уже не 2 года опыта на тир-1 сцене. Поэтому я не думаю, что он сможет влиться полноценно и стать таким же, каким он был. Монеси, да, согласен с Махмудом. Монеси супер переоценен. Юшин, создай паблик ВК. Я не сижу в ВК, поэтому паблик я там не буду создавать. Он год назад катал. Ну окей, не 2 года назад, он катал год назад. Но при этом, по-моему, у него просто нет мотивации играть. Ему это не надо, он этого не хочет. Поэтому я не думаю, что какой-то риск есть у Фарлига. Хотя, блин, даже если девайс вернется, он все равно будет лучше, чем Фарлик. Как бы это уже да, это такое. Спраут versus Rare Atom. Что думаешь? Я думаю, Спраут должны выиграть, но там может быть 3 карты. Создай тогда телеграм-канал. Так у меня есть телеграм-канал. Сейчас вам скину. На питание. Вот, скинул в чатик. Кому интересно, подписывайтесь. Так, у нас снимается техническая пауза. Пульс G уже есть на сервере. Моноси фликает норм, но стандартные фраги у него страдают. Ну, то и дело, что он фликает, ну, по факту, через раз. А стандартные фраги у него при этом реально страдают. Но он еще молодой, я надеюсь, он успеет научиться. И время. Опа, Джерри. Минус трики. 5 в 4. В самом деле... Я вот не понимаю, у нас только что было вверху написано 5 на 5, внизу 5 на 3. Окей, 5 на 4. Но при этом 3 игрока отображаются в худе. Ладно. Окей. Пульс G минус Норвия. Минус Шалфей. Так это уже меньшинство для Форза. Ну, Джерри, мне кажется, сейчас просто засолит эти последние 2 раунда и... Крауни начинает стрелять. 15 секунд времени, Форд, как бы. Давайте уже. Сейвит, сейвит. Зорта. Почему у контрол в 4 слота? Вот я не знаю. Это лаг. На самом деле их 5. Да, видите, в этом раунде уже все нормально. Где навик 4 пистолета? Этот бай выиграет карту. Я в этом уверен. Зорд сделает эйс. Просто дайте ему свою энергию. Нюшин, сколько тебе лет старости? Мне 19. Через 3 недели мне
20. Секунд. Зор, ты по-прежнему не нашел ни одного фрага. Просто закрыто. Закрыто играют формал. Ничего не поделать. Кенсель минус Норви. Зорта промахивается. Нет, Зорт убивает Рики. 3 в 3, 15 секунд. Джерри падает вместе с Зорта. И Шалфей последний. Так, вот это 0 шансов каких-либо. 15-9. Так, ну и кто-то в чате предсказывал счет 16-9. Давайте проверим. Так, а что это у нас тут в чате? НИП были конкуренцией Астралис 2013-2014 года, также Фнатик старая ИП. Не, братан, ты, по-моему, что-то путаешь. В 2013-2014 годах у меня была Астралис просто и все. 16-9 не будет, бай плохой. Ну так это вообще не проблема. Вообще... не повод проигрывать раунд. Видел тебя вчера на рекрутах. О, да, мы там играем. Пятнадцать десять. Что у нас в параллельном матче? 16-7 Энтропик выиграли НАСА. Там все было просто. Как попасть в Лигу комментаторов? Вопрос в ответ. Что такое Лига комментаторов? Что это? Кровни, антрифраг, Джерри разменивается. Ну, Джерри, на него надо надеяться, мне кажется, сейчас просто фарзам. Он в атаке плюс-минус стабильно делает фраги. Так, Энтропик вылетели с топ-30. Ну... сочувствую, но это не странно, они не вышли на мейджор, они не играли на крупных турнирах. Результаты были довольно посредственные, вот как бы и результат. Вылетели с топ-30. Что это такое? Вот, что это? Почему они вчетвером на Б? Потому что Форзы так много пространства дают занимать формулу, или почему? А давайте сейчас вот этот раунд, вот конкретно вот этот, или следующий. Нет, давайте лучше следующий, потому что тут сейчас будет лоу-бай от Форзы. Будем вот смотреть прям и анализировать каждый мув. Сейчас, тем более, тактическая пауза. Вот каждое движение каждого игрока будем разбирать по полочкам. Как вам нынешний состав Liquid Seekinger? Вроде неплохо катаю, даже у Си играет. Да нормально, не, хороший состав. По инфе все на Б ушли. Ну да, да. Не, я не говорю, почему они на Б, потому что они подрубили. Я просто... это риторический вопрос.
Вы ничего не поняли, это была метаирония. По голосу тебе лет 25. Ну, это, не знаю, это хорошо или плохо. Так, Джерри. Фу-фу-фу, неплохо. Плюс девайс, кстати говоря, тут темочка должна быть. Со смачком вместе даже. Рики не убивает Джерри, там каким-то прострелом нереально уже сейвит. Но при этом все равно два минуса при выходе на плент. Норви убивает Рики 3 в 3. Почему не развернуться? Как бы ладно, этот раунд такое, можно считать. С пистолетами побегали и окей, и ладно. Сейчас фулбай, сейчас будем разбирать. Как ты решил стать комментатором? Это моя мечта была лет с 14, наверное. Я очень хотел стать комментатором. По поводу вопроса, куда заявку кидать? Надо просто стримить на свой канал. Начинать. С этого начинать, дальше... Дальше оно как-то само пойдет. Пацанчиков, ноль скинов, подозрительные ребята. Угу. Наблюдение. Ну так, смотрите, под контролем у Шалфея шорт. В коннекторе сейчас будет борьба за позицию. Тут крауни. Падает. Все. Коннектор под контролем форс. В это время с банана стягивается Трики ближе к пленту. Он на А1. Укрепили Б. В последнее время укреплять Б это дефолт. На оверпассе это тут ничего такого нет. И получает под себя молик, при том, что он вообще не полился на этой позиции. Ну ладно. Зорт убивает Трики на пленте пусто. Зорта там какой-то смачок хочет дать, я так понимаю. Шалфей будет выходить в спину. Не тупает. Убивает Брэнса. Падает от пульс G. 2 в 4 остаются пауэр и пульс. Бомба ставится дефолтно. Пауэр почему-то ожидает еще одного люркера. Минус Норви. Нам показывают 1 в 3, но на самом деле там 2 в 3. Шансы есть, но времени все меньше и меньше. Сейчас пользуюсь просто супер медленным темпом выходит на Зорта. Зорта-то ведь не пусти, если я не ошибаюсь. Но это уже не важно. Господи, что мы посмотрели? 16-12 в пользу форзов. Следующая карта Dust 2. Сейчас я рассчитаю вам прогноз. 95% людей поставили на то, что выиграют форз первую карту. И вы не ошиблись. Молодцы. Следующая карта, по идее, должна быть через 15 минут.